мы давно уже прошли ту точку, на которую у российской армии, у российского государства могла быть какая-то презумпция невиновности. Если бы за эти 4 месяца они бы не допустили ни одного удара по гражданским объектам, вот первый такой случай, тут они извиняются, говорят, что как же так, мы целились не туда. Но можно было бы еще о чем-то говорить. После Мариупольского драмтеатра, после всех эпизодов просто расстрела людей со связанными руками, мирных людей, найденных потом в местах, откуда российская армия отступила или была отброшена, этой презумпции невиновности не осталось. То есть если мы видим, что Россия ударила по какому-то цивильному объекту, мы сперва предполагаем, что они по нему и целились, а уже потом, если в каком-то неопределенном будущем времени обнаружится доказательство, что это не так, ну тогда уже